Мы идем сегодня тусить? Пошли. Если кто увидел, то сразу, ах, какой красивый, да? Угу. Чтобы переодеваться было удобно. Давай. 30 размер даже. Ну, сейчас посмотрим. Воспользовался кремом, на сайте заказал для увеличения пениса. Поэтому мне 29 теперь не заходит. 30 нормальный форма. Вот у этой Микки Мауси на носа нет. Ну, смотри, талия насколько большая, видишь? Вот да, эти нормальные. Яндекс Такси, но купили Теслу и теперь катаются. Насколько здесь много народу, ведь это галерея, фудкорт. Приятного аппетита. Живая картинка. Как это в айфонах называется? А, я вспомнил, Live Photo называется. Они там такие. Ага. Что-нибудь получается, например, вот так вот. Опа! То надо ему похлопать. Если у танцора что-нибудь не получается, например, вот так вот. Оп, упал, еще страшно, мы его поддержим еще громче. Синхронно, синхронно.
Планеты, небоскребы, космос. Чувак стоит с табличкой на бухло. Это так лучше, чем когда они подходят, например, и спрашивают. Да, ты такая смотришь, говоришь, она совсем другая какая-то. Что это за машина такая? А мы сегодня, кстати, с тобой весь день ходим и смотрим, сколько Тойот в Санкт-Петербурге. Да, вот, наверное, из-за этого у меня тоже внимание на вас. Да, потому что в Санкт-Петербурге Тойот во много-много раз меньше, чем в Сибири. А тут Тесла, Яндекс.Такси. Точно. Выезжает, как троллейбус. Только без рогов и красиво. Да, почему как троллейбус? Потому что они же без двигателя, они же, вы все знают, на литий-ионных батареях. Какая чистенькая, блестящая. Сколько она там миллионов стоит? И эти Яндекс.Такси такие выпендриваются. Кстати, я смотрел недавно, что в Амстердаме практически все такси Тесла. У нас возникла проблема. Стирали вещи, они не были отжиты. Я открыл стиральную машинку. Они были просто в воде. Мне пришлось их достать и в ванне самостоятельно отжать. И она не уходит. И я сейчас прогуглил. Самая распространенная проблема, почему может не уходить вода, это засорился фильтр в машинке. Машинка называется Атлант. Она хорошая, нормально стирала. Вот здесь должен быть фильтр. Чем-то подковырнуть, чтобы открыть. Ой, течет, блядь. Течет, сука. Только не под машинку. Забираем воду. Блин, закрылась. Вот так по чуть-чуть. Давай. Тряпка оказалась сложной, решил упростить задачу. Замечательно подходит. Все, теперь вся вода сольется в этот лоток. Вот так. Во, все хорошо сейчас. Буду им черпать. Тихо-тихо. Некоторые люди просто за чистку фильтра вызывают специалиста и бывает платят какие-то деньги, тысячи. Вот, надеюсь, что это просто он засорился и все, а он... Ну он так себе, я не знаю. Грязненький, конечно, сейчас я его сполосну. О, здесь бисер. О, там что-то... Там какая-то ткань. Вот. Там какая-то тряпка застряла. Ой, не тянется. Ну, получается по чуть-чуть. Во. О, какая штука. О. О, да это шнурок. Здесь две пластиковые штучки еще. И это все прошло сквозь барабан. Что там еще есть? Крутится ли, а? Крутится так себе. Может быть, из-за этого шнурка она не крутилась, и поэтому, собственно, вода уходила плохо. Ну, шнурок это уже зацепка. Теперь можно и проверить. Надо что-то положить, постирать. Смотри, вот такой шнурок здесь. Держи. А, я знаю, что это. Это от моих балеток. Помнишь, я тебе говорила, один шнурочек у меня на балетках на серых адидасовских потерялся? Это он. Это я сломала машинку. Да ладно тебе. Сполоснул фильтр, теперь он такой. Вставляем обратно. О, нормально. Хорошо.
Буду стирать красное полотенце. Я сейчас только подошел, машинка постирала плохо полотенце, оно было мокрое, ну просто очень мокрое, и я сейчас поставил еще на отжим. Шум какой-то не очень хороший, шланг странно себя ведет. Вот он двигается. Ох, красное, ЗАП написано. В общем, мы тут с Диманом делаем шишко-шелубилку, в общем, вот.